Велико человеколюбец, ради нас умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные ртуречи твои таинства, благодеяния, освящения души тел наших, сделай, чтобы они были мне в исцеление души и тела, отражение всякого врага, просвещение чей сердцем его, мир душевных моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнение мудростью соблюдения заповедей твоих, умножение божественной твоей благодати, твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый ими в освящении Твоем, я всегда помнил милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом из здешней жизни надежды на жизнь вечную достиг и место вечного покоя, где непрестанный глаз празднующий и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинная цель стремления, неизъяснима радость любящих Тебя, Христе Божий наш. И Тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, за причащение пречистых и жетворящих Твоих таинств. Молю же Тебя, благой человек, любивый, сохрани меня под кром Твоим и тени крыльев Твоих, и даруй мне чистую совестью до последнего моего вздоха, достойно причащать со святынь Твоих прощений грехов и жизнь вечную. Ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ. И Тебе слово высылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Дашь пищу мне, плоть твою добровольно, ты огонь сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучшие члены тела моего, все суставы во внутренности, в сердце, сожги терния всех моих согрешений. Душа очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств. Сего меня пригвозди страхом пред Тобою, всегда защищай, храни и береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, мывай, устрояй меня, украшай, разумляй и просвещай меня, яви меня Твою обителю единого духа и уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякие злодеи, всякая страсть, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя Тебе представляю всех святых начальников, воинств бесплотных, притечу Твоего мудрых апостолов. И сверги Твою непорочную чистую Матерь, прими их молитвы, милосердный Христос, мой Сыном Света, соделай Твоего служителя, ибо Ты единый благое освящение, также сияние душ наших. И Тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мне в жизнь вечную, кровь Твоя драгоценная, прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье, в страшное же второе пришествие Твое, сподоби мне грешника стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником пречистого тела драгоценной крови Сына Твоего. Но родившая истинный свет, просвети духовное очи сердце моего, источник бессмертия, родившая, оживи меня, умершленного грехом. Милость, о Бога, любящая милосердие, Матерь, помилуй меня и дай мне умиление в сокрушении сердца моим и смирение в мыслях моих. И призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой, достой меня до последнего моего вздоха. И в осуждение принимай святыню пречистых таинств, новое исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дни жизни моей. Ибо Ты благословенный и прославленный во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яковидисто очи мои, спасение Твое, еже и сю готово пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, и Сына Небесея, да святится, имя Твое, да придет царствие.